Избирательный участок в Муханово расположен в Доме культуры. Сельчане приходят голосовать преимущественно семьями. Многие проголосовали еще в пятницу, чтобы в выходные не отрываться от огородных забот. Перед зимой многое на участке нужно прибрать и законсервировать на зиму. Но большинство считает своим долгом прийти проголосовать. Наверное, совесть заставляет. Ну, так, не то, что заставляет, а как? Ну, совесть должна же быть у человека. Надо же как голос-то отдать. Что сегодня, какие вопросы в Муханово требуют все-таки внимания, Владимир? Газ. Газ. И электричество. А с электричеством что? А слабое, это напряжение слабое. Постоянно. Еще один вопрос жителей Муханова транспортный. Чтобы сельчанам попасть в Сергиев Посад, им нужно проехать через Владимирскую область. И получается, что автобус межобластной. В Сергиев Посад, в город, неудобно, да. Потому что автобус ходит буквально там несколько раз в день и платный. Для всех полностью, для пенсионеров неважно, цена космическая на него, то есть доехать, добраться проблемно. Вот даже дети ездят на занятия, им приходится вставать в 6 часов, в 5 часов утра, автобус едет без 10-6, это ребенок там полтора часа, где-то надо находиться ребенку. Вот здесь и нужно областным депутатам поработать с коллегами из Владимирской думы, чтобы решить вопрос в пользу жителей. Мы надеемся, все равно идем, стараемся голосовать. Может, все-таки как-то что-то где-то. Уже к обеду воскресенья явка избирателей была 48%. Организованное голосование на дому. Мы живем на селе, и все члены комиссии знают своих избирателей. Поэтому мы не ждем, когда нам позвонят, а ходим и спрашиваем, может, у вас постоянное здоровье, может, вам трудно, или здоровье не позволяет, или там далеко идти. И люди любезно просят нас включить их в список. Вчера, да, да, потому что мы знаем всех в лицо. Вчера мы, вот был объезд 32 избирателя, сегодня поступило заявление 12. Закроется участок, как и другие, в 8 вечера, но комиссия продолжит работу. Будет считать голоса, какой партии и какому кандидату отдали предпочтение жителям Уханова. Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов, программа «События».